Мамочка, я очень по тебе скучаю. У меня не получается завести здесь друзей. Возьмем парижанку с нами. Ей в нашей компании не место. А знаете, я тоже не из этих мест. Чтобы меня приняли, понадобилось время. А я-то даже не была ни парижанкой, ни разведенной. Подходите ближе, подходите ближе! Прямо сейчас на сцене тот, кого вы все так ждали! Единственный неповторимый Полли! С ним пора покончить. Заменим на более послушного. Шеф! Шеф! Один, два, три. Сюрприз! Если Брангалу найдет Полли раньше нас, он отдаст его мяснику на паштет. И колбасу. Нам нужна помощь. Судя по тому, как ты обращаешься с животными, неудивительно, что твой пони сбежал. Никто не должен знать, что Полли здесь. Ладно. Обещаете? Точно, точно. Ты можешь ехать. У них сейчас будет дел по горло. Мамочка, я ухожу из дома. Я пойду сам, я хорошо знаю места около реки. Нам выделили рации. Прекрасно вас слышу! Да не так, а в коробке этой! Чем ты там занимаешься с этой девчонкой? Наш ход, ребят! Мы всегда будем вместе. Фильм Николя Ванье по книге Сесиль Обри.